Маша, пошли Николаенко, возьмем ко мне в тюрьму, я начальник. Зачем мое сюда? Быстро помню. Не надо кричать. Вот это. Идите. Мне в тюрьму не нужно. Надя, иди. Не надо кричать. Да стоишь, как бедно, сырка. Зараз вулиця Ушакова перекрита. Транспорт змушений їхати в обхід. Люди зараз здійснюють неперервний рух проспектом Ушакова поблизу з головпоштамтом. Маршрутка намагається проїхати. Її пустили. Трохи подалі стоїть тролейбус, звідки вийшли люди. І він зупинив свій рух. А працівники заводу «Кардан» Хвалів продовжують акцію протесту, ходячи безперервно проспектом Ушакова. Почему они там без формы, без опоздавательных надо? Доктор, надо кричать, что находимся. А скажите, пожалуйста, как долго вы собираетесь ось такую акцию робити, ходити проспектом Ушакова? А? Мы тут 7 групп. Не, маю на увазі, як довго? Скажіть, будь ласка, як довго ви будете отак ходити? Ну, хоч якесь движення дійшло би чи з руководства. Ну, як до вечора? Кілька годин? Скільки? Не знаю. Я согласна, аби тільки нам вернули робочі міста. Довго, довго. Ждемо губернатора. Зрозуміло. Він в очередной раз не виходить. Поэтому предлагаю находиться, пока не придет Гусев сюда. Потому что губернатор Гусев — это не бог и не царь, это обыкновенный чиновник, мудак, который должен заниматься. И, как у нас говорят, спит кондор. Писатель фонтан, который рассказывал о своей Гусеве, о том, как у нас все кто-то развивается. Да блин, полиция стоит, он, блин, всю Украину уже продали. Зараз люди припинили рухатись з проспектом Ушакова, зупинились. Але транспорт все також не може приїхати. Дорогие друзья, соотечественники, херсонцы, нам надо прекратить сегодня молчать. Эти соросята уничтожают Херсон, Херсонскую область, да и всю Украину. Сегодня они распродают все в наживу себе, да и плюс на дядю Сэма работают. Украинцы им не нужны, люди им не нужны, это пушечное мясо. Я вам ранее говорил, что ваше молчание приведет к беде. Вот и сегодня очередной объект, эти негодяи, просто распродают и вырезают на металлолом. Это кардановаловый завод, Херсонский. А ведь там за ним люди стоят, семьи. Им плевать на ваши семьи. Я вам хочу сказать одно. Нам всем надо объединиться в одну монолитную силу и снести к чертовой бабушке эту долбанную нечеловеческую власть.